Но начнем программу с серьезной аналитической рубрики «Новости из интернета». Александр, вам слово. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Чтобы привлечь ваше внимание, начну с куплета. Новостишки мы листали, наши пальчики устали. А пока мы отдыхаем, новости вам прочитаем. Кировчане посетят театр с завязанными глазами. Но тут одни плюсы. Во-первых, для театра экономия на гриме и костюмах, а во-вторых, для буфета можно коньяк сразу из канистр разливать. К Новому году температура в Кирове может опуститься до минус 40 градусов. Все правильно, минус 40 снаружи, плюс 40 внутри, 0 градусов в новогоднюю ночь. Тепло, хоть на улице спи. Кировчанка отдала 464 тысячи рублей, чтобы выйти замуж. Можно подумать, что это самый дорогой в истории сантехник, но нет. Эти деньги девушка вручила экстрасенсу. Гадалка, видя будущее, взяла такие деньжища в рублях. А это обнадеживает. Новости вам прочитали и нисколько не устали. А теперь пойдем опять дальше новости листать. Уволен. Уволен, да? Уволен? Да.